Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами телефон Samsung Galaxy A20e. И сейчас я покажу, как на этом устройстве выполнить проверку на вирусы. Для этого мы с вами открываем приложение настройки, спускаемся вниз, выбираем пункт обслуживания устройства и выбираем пункт безопасность. Включаем антивирус, во-первых, и нажимаем сканировать телефон. Ждем сканирования. И все, видим, что угроза не обнаружена. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.